shit is going down in Russia, man. Putin homeboy done flipped on him. The dude was over the Wagner Group. What's his name? Yevgeny. Well, he on Putin's ass and said, we about to run through your motherfucking country. This is an armed mutiny. Peep the motherfucking translation. Донбасс весь распиливался. Донбасс разворовывался различными людьми. Часть из них были из администрации президента, часть из ФСБ, часть привлеченные олигархи, такие как Курченко. Это люди, которые воровали деньги у жителей Донбасса, которые находились в непризнанных республиках ЛНР и ДНР. В этом ЛНР и ДНР существовали корпуса народной милиции, которые в случае нападения украинцев должны были дать достойный отпор. Однако эти корпуса не существовали по факту. Было минимальное количество бойцов и определенное количество генералов просто распиливали эти деньги. При зарплате в 40 тысяч 20 тысяч оставлялось в кассе, 20 тысяч давалось тому, кто подписывает, если боец существовал и сидит дома, подготовка не велась, а мертвые души просто получали эти деньги, генералы получали за мертвые души эти деньги, и бюджеты пилились. Донбасс был прекрасным местом, где распиливались деньги, как сотрудниками администрации президента. Сначала это был Сурков, потом был Казак. ФСБ тоже была абсолютно понятная иерархия генералов. Теперь по тому, почему началась спецоперация. Украинцы имели группировку, которая находилась по границам с территории Донбасса, как раз ту, которую мы проламывали от Попасной до Артемовска. Эта группировка состояла из различных добровольных, скажем так, националистических формирований, а также состояла из действующей армии ВСУ. Эта группировка обменивалась выстрелами. Мы били по ним, они били по нам. И это происходило все эти долгие 8 лет, с 14 по 22. Иногда нарастало количество различных перестрелок, грубо говоря, обмена боеприпасами, обменом выстрелами, иногда уменьшалось. На 24 февраля ничего сверхординарного не было. Сейчас уже Министерство обороны пытается обмануть общественность, пытается обмануть президента и рассказать историю о том, что со стороны Украины была безумная агрессия, и они собирались вместе со всем блоком НАТО на нас напасть. Поэтому спецоперация, так называемая 24 февраля, она была начата совершенно по другим. Man, I told y'all, man, Putin fucked up. This war wasn't gonna go right for him, man. And now look, his own homie outing him, saying you motherfuckers been lying like a motherfucker. And now y'all done opened fire on my troops. Well, you done fucked up, El Putin, motherfucker. The goddamn rifles pointed at you. Man, it's about to go down in Russia. Oh my God. This shit couldn't have ended any worse for Putin, man. This shit couldn't end it any worse. It's some real shit popping off in Russia, man. Because the CIA had done some shit and then really flipped and outsmarted Putin on his own shit. Got his homeboy flipping on him. Ooh, shit, goddamn it. You done fucked up, man. I done told motherfuckers about this war shit. Like I told y'all, Putin was wrong with this shit. And the way I've been saying that shit to the cats I talk this political shit, hey, against y'all, I'm always right, man. Ooh, Wagner motherfucker about to knock Putin motherfucker head off. Wouldn't this be cold if this the way that it ends for Putin? Man.